место. Вот, красный. Чтобы стал зеленый, надо нажать здесь вот кнопочку. Так, пик. И светофор загорится зеленым. Вот, загорелся. Мы идем в аптеку. Потому что некоторых медикаментов, конечно, нет у волонтеров. У них самое такое, самое необходимое от кашля. Вернее, да, то, что разжижает мокроту. Вот так выглядит с этой стороны. Вот такие вот домики высотные. Так, сейчас чуть повыше поднимемся, я там уже включу камеру. Поезд вот здесь ходит на мосту. Очень тихо, кстати, в Украине поезда так громко. Я даже сначала не поняла, что это поезд едет. Ну, пришьем его, надо пришить. У папы вроде бы иголка есть. Вон там впереди видно вывеску H&M, Quantum, супермаркет. Вот. Это такое село. Это деревня. Чтобы вы понимали, это деревня так выглядит. Вчера шел снег, потом все таяло. А теперь все снова замерзло и очень скользко. Гололед. Такая вот машина скорой помощи, амбуланс. Такие вот улочки здесь. Часики продают, этих часиков нет. Украшения всякие. Тут, кажется, единственный магазин. О, нет, это не то. Вот, единственный магазин спиртного. Вот. Здесь вообще люди такие... Не по спиртному. В Швеции очень здоровый образ жизни. Вот мы пришли в эту аптеку.